Чуя. Ты что делаешь? Подошла и сидишь? Тебе шнурок от телефона интересен, да? Он болтается, беленький. Чуя. Показать тебе его? На. Ну вот он. Но он под напряжением, кусать не дам. Видишь? USB Type-C, обычный шнурок для зарядки телефона. Понимаешь? Ты интересуешься всем, да, Чуя? Тебе все интересно? Пусть он болтается там, да, внизу? Нет, кусь-кусь нельзя. Я все понимаю, но нельзя. Интересная вы, леди. Нет, все, хватит на него смотреть. Хватит. А погладить можно? Нельзя, да? Чего я? Ты ж чайка хорошая. Да. Ты га-га-га делаешь, га-га-га. Кусь-кусь. Хорошая чайка, чего? Видите, у нее спальное место целый. Диван. Притом, оставаться на ночь в этой комнате никак нельзя, потому что Чуи может походить со спокойной душой прям по лицу. У меня был инцидент, когда я решил с ней остаться. Да. А ночью она бодрствует. Не всегда спит, и почему-то вот в последнее время очень нравится именно ходить, что-то ночью выискивать. Да? Ты ж такая чайка. Ух ты, как. Кусается, кстати, довольно-таки больно. Ну давай, иди, ладно, иди гуляй. Провод ты не получишь, а вкусняшки у меня нету. А кто вчера первый раз попробовал креветку? И понравилось ведь, да, Чуи? Понравилась ведь креветка, да? Да, конечно, понравилось, да. Креветка очень вкусная. Рыбу мы даем с костями, так и креветку даем с панцирем. Это помогает ее пищеварению. Ну и также отличные минеральные вещества для формирования ее скелета. Да? Телефон не надо клевать. Нет, не надо, чуй. Телефон не нужно. Когда она прямо смотрит, вот не боком, а прямо, очень интересный вид у нее получается. Мы даже на чайку не похожи. Вот. Конечно, у них боковое зрение, и на меня ей удобно именно поворачивать, вот как сейчас, да, вот. Но вот когда она вот так вот делает, да-да-да, вот так. Это просто умиление. Нет, не надо, не надо клевать. Ну что, все, заканчивать будем. Маленькое интервью прошло. Скажи, кто крылья каждый день разрабатывает, да? Готовимся к полетам. Надеемся на успешный выпуск. Да, Чуи? Чтобы с другими чайками тусила, в небе летала. В воде купалась. Ну ладно, я думаю, можно закончить с тобой вещание. Спасибо тебе большое за интервью. Проводок ты так и не получила. Пальцы ты грызешь. Да. Хорошая чайка, Чуи. Ну все, отдыхай. Он как прокурор, да, стоит? Прокурор? Ну ладно. Хорошего дня, Чуй. Будем считать, что вот твои покрякивания — это ты передала привет друзьям канала.